В минувшее воскресенье одесситы провели пикет у сквера имени Жанны Лябурб. Похоже, в мэрии никак не могут успокоиться, пока не вырубят в Одессе все зеленые насаждения. Простые одесситы и общественные активисты планируют не допустить, чтобы очередной сквер исчез. В акции принимало участие около 30 активистов, которые развернули плакаты с надписями «Город для людей, а не для машин», «Автосалон в промзону», «Укреплению склонов да, вырубки деревьев нет». По версии активистов, на этом месте должны построить автосалон «Лексус». Несмотря на плохую погоду, наша общественная организация сегодня пришла к сферу Жанны Лябурб, чтобы высказать свой протест против Жанны Лябурб и донести до всех жителей города, что не только место отдыха одесситов, но и визитная карточка города. Общественники решили создать общественное движение, которое представит интересы одесситов в вопросе застройки сквера Жанны Лябурб и инициировать общественные слушания, которые должны состояться в ближайшее время.